Ульяновске почтили память дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации Полбина Ивана Семеновича, который, не жалея сил, бил фашистов ради великой победы. 11 февраля, в день памяти нашего земляка Ивана Семеновича Полбина, десятки человек пришли к его монументу, чтобы поклониться и сказать спасибо герою войны за мирное небо над головой. Мы здесь собираемся дважды в год, в день его гибели и в день рождения. Поэтому это знаменательные две даты. Конечно, вторая дата, она трагичная, что погиб наш выдающийся земляк. Таких людей у нас в Ульяновске не очень много. Дважды герой, единственный наш земляк. Во время Великой Отечественной войны Иван Семенович Полбин по 6-8 раз в сутки вылетал со своим 42-м бомбардировочным полком бить фашистов на Западном фронте. И каждый боевой вылет считался подвигом. Я считаю, наша цель, цель молодежи, правнуков Великой Отечественной войны, это чтить память о том, что было в те тяжелые годы. Молодежный совет и волонтерский центр вместе будет заниматься, проводить субботники, будет украшать, красить, волонтеров будет предоставлять для массовых мероприятий. К февралю 1945 года генерал-майор авиации Иван Полбин совершил 157 боевых вылетов. Ас погиб в бою 11 февраля 1945 года, 3 месяца не дожив до Дня Победы. Иван Семенович Полбин был посмертно награжден высшей наградой – 2-й золотой звездой. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.